Привет всем, друзья! А вы знали, как очень легко можно дошиповать зимнюю резину специальным приспособлением? Для начала нужно выковырить старые шипы, которые в гнезде болтаются и свою работу выполнить больше не могут. Это хорошо сделать маленькой отверткой. Так, теперь смазка понадобится. А что за смазка? Да любая, можно даже фэри. Даже фэри пойдет? Главное, чтобы был мыльный, мыльный раствор даже. У меня просто вот она была в этом багажнике. Значит, фэри даже подойдет. Все отверстия наполняем смазкой. Дальше берем, как он называется, дошипователь? Дошипун. Дошипун. В магазине продается. Так, ого, специальное отверстие, шип. Вставляем. Неровно. Так. Так, теперь направляем в отверстие. И кручиваем. И получается у нас вообще отлично. Шип. Это делается для того, чтобы в сегодняшнее время сэкономить на новой резине. Потому что резина зимняя, одно колесо зашипованное, стоит в районе 5000 рублей одно колесо. Здесь же этими шипами можно за 3000, если полностью нет шипов. Если полностью нет шипов, можно зашиповать все 4 колеса. Отлично. Поэтому шипы наши российские, отечественные. Следующий. Прям до упора, да? Да. Они ходят изумительно. Встал на свое место. Вот. Поэтому. А шипы сами дорогие? Ну, я взял на пробу. Я взял двух размеров. Вот. Это 8 миллиметров. Они мне обошлись 50 штук, 330 рублей, 50 штук. А чем отличается маленький размер от большого? Ну, для чего ты взял? Посадкой. 9 миллиметров, вот он. Или ты просто на пробу взял сначала? На пробу. А, на пробу, все ясно. Да. Так, следующий пошел. Да. Готово. Ну, мне нужно... Я это восьмерка. Я буду семерку еще пробую. Попробовали снизу подсунуть палку. Посмотрим, шипы с ней лучше будут заходить или нет. Что так, что так. Одинаково, вообще ничего. Дошиповать резину на диске накачанную или просто покрышку? Совершенно без разницы. Кому такая хитрость, идея была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.